Привет, это Дима. Сегодня вы собрались, чтобы проводить уходящий год и поздравить с наступающим политзаключенным. А я, в свою очередь, хочу поздравить вас. Поздравить с тем, что вы сейчас здесь. Ведь это значит, что вы по-прежнему живы и в добром здравии. Уже успех. Что вы не уехали и не попали в тюрьму. Тут мне повезло меньше. И что вы остались верны своим убеждениям. А это дорогого стоит. Вы и без меня знаете, каким тяжелым был этот год. И знаете не из лент новостей. За прошедший год на нашу долю выпало больше трудностей и невзгод, разлук и расставаний, боли и близких смертей, чем за любой другой. Но было и хорошее. Мы достойно перенесли эти испытания. Встретили новых друзей, по-другому взглянули на старых знакомых и пережили столько невероятного опыта, что начинать писать мемуары можно уже сейчас. Так пусть и в новом году трудности делают нас сильнее, а темные времена сводят со светлыми людьми. И помните, в конце концов, добро всегда побеждает, а темная ночь перед рассветом. Не отчаивайтесь и ничего не бойтесь. С наступающим Новым годом!